все. Не отходи далеко. Ясно. В тот раз я... Да, я помню. Просто... это же твоя пропавшая сеньорита. У сеньорит есть имя, Эшли. А ты кто? Я Луис. Энкантадо. Класс. Все представились. А теперь... кто ты такой? И что ты здесь делаешь? Хорошие вопросы, но к несчастью... Эшли, прячься. Так? Эй, помоги! Эшли, живо! Сюда! Лезь! Ну ладно. Сыграем. Леон! Их целая толпа, а нас двое. И замечу, эта толпа состоит из чудовищ. Закончил разминку? Растяжку сделал? Да. А теперь заткнись, пожалуйста. Расслабься, ковбой.
сейчас! Ты сможешь! Спасибо. Я немного занят.
Эй, гости недовольны! Необычно клиент всегда прав. Но явно не в нашем случае. Ты вовремя! Помоги-ка! Эшли. Что? Что со мной такое? Эшли, скажи, ты до этого уже кашляла кровью? Может, объяснишь? Такой кашель вызывает нечто под названием плага. Короче, вы видели тех людей, да? Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Эти симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. Но все не так страшно. Пока что этого паразита, плагу, еще возможно удалить хирургическим путем. Нужны кое-какие знания, видите? И оборудование. Так ты тоже? Не бойтесь, у Луиса есть план. Но без доверия никак. Класс, значит, решено. Эй, почему вопросы ты... подождут, у нас мало времени. Почему ты решил помочь? Мне от этого легче, скажем так. Ладно, до связи.